чтобы вот хоть бы чуть-чуть. Я уже начал. Всем привет. Присоединяемся. И начинаем наш маленький короткий репортажик, чтобы не раскрывать интригу. Как это я ее раскрыл? Нет, я не раскрыл, уже все равно все части сняты, а это вот последняя заключительная часть. Делает макияж, макияж груди, потому что она тоже будет участвовать в фотосессии, да. И маленькие секреты женского визажа. Как все это наносится, как все это делается. Привет, Костроме. Вышла уже серия? Нет, серия выходит сегодня. Следующая у нас выходит в среду. В среду будет самая жесткая серия, которая будет происходить из операционной. Что за серия? Фигура моей мечты, трансформация, где Ира у нас меняется. Привет, Зарязане. Да, вы натолкнули меня на мысль о том, что можно выйти в эфир, потому что батарея уже сажается, а мне скоро придется уехать по делам и оставить любимую на несколько мгновений одну. Привет из Брянска. Сколько сегодня вес? У любимой скинул себе вес на 8,5 килограмм, мы не смогли скинуть 10, но я думаю, что это никак не повлияет на съемку. Привет из Питера. Как шортики расходятся? Шортики понемножку расходятся, не так быстро, как хотелось бы. Расходятся в основном по моим клиенткам, моим подружкам. Hi from Michigan. Michigan, hello. Показать меня. Так, ну что, переходим на меня. Всем привет. Когда в следующий раз будешь в хэппи? Есть задумка, мы собираемся снять лайв-журнал с Катюшей для девушек. И еще одна видеосъемка у нас планируется тоже с одной девушкой. И будем делать ее тоже в Happy Fitness. Сейчас надо все согласовать. И, наверное, до встречи с Кокляевым, до 5 марта обязательно это сделаем. Ставьте больше сердечек. Спасибо. Да, очень похоже на Рондо. Где купил такую майку? Не помню, по-моему, где-то в галерее. Калининград. Спасибо. Да, я добрый. Привет из Калининграда. Какие цвета любишь в маникюре, кроме красного? Черный. Цикламен. О, ты что, накачал? Губы? Нет, они были такие. Еще даже швы, видите? Швы еще не убрали. Привет из Юрмали. Так, ну что, давайте, задавайте вопросы. Хата. Квартиру? Квартиру уже да. Квартиру уже сделали, все нормально, все в порядке, и дожидаемся последних вещей, которые должны ее приукрасить. Привет, Ирине из Иркутска, передайте огромный привет, и из Челябинска. Привет из Купчино. Нет, я не вампир, если я ВКонтакте. Как отношусь к Сосулину, я, честно говоря, его не знаю. Можно поправить или поправиться от банов, не знаю. В юбилейном живу, нет, в Юнтово. Тюмень. Квартиру показывать будем, уже один раз показывали, но сейчас ее дообставим, дожидаемся последнего компонента дивана и будем дальше. А грудь все равно закрыта, это лифчик. Какой размер бицепса? Не знаю, XXL. Сколько стоит операция на грудь? По-разному, в разных клиниках. В нашей клинике 250 тысяч она стоит, но для нас все иначе. Сказать супруге, что она красавица, сказал. Делать ли по 8 повторений, если натуральный тренинг, зависит все от техники выполнения. Во сколько обошлась раковина? Раковина обошлась... Во сколько она обошлась, раковина? Черная? Да. По-моему, она обошлась недорого. Что-то тысяч, по-моему, около 22. Углеводное окно после тренировки обязательно закрывать. В зависимости от ваших целей. Если вы набираете массу, то однозначно его надо закрывать. Привет, Калуге. Какое самое работающее упражнение на трапы? Ну, в зависимости, как вы чувствуете и работаете на трапецию. В общем, шраги, но можно делать шраги и за спиной. Кто по знаку зодиака? Овен, где на в Юнтово живу, на Юнтовском проспекте. Салам из Грозного. Грозный привет. Кем работаю? Тренером. Через какое время нужно кушать после тренировки? Ну, в зависимости, что вы собираетесь делать, набирать массу или худеть, от этого будет зависеть, сколько вы будете грузиться. Но, как правило, в течение часа. О, батарейка моя садится. Симкина знаешь? Нет, не знаю. Привет из Оренбурга. Машина есть? Есть. Каким тренером? Фитнес.
Неделя легкая, неделя тяжелая. Хорошо будет работать, да, вполне нормально. Конечно, много. Так. Ну что, скоро маленький-маленький секрет закончится. Придет наш оператор, и он будет снимать уже... Так у нас сначала будет снимать один оператор фотосессию, а второй оператор будет снимать видеосессию с фотосессией. Саша, для состава что посоветую? Не знаю, раньше был релиф от MHP, мне достаточно нравился, а так смеюсь. Алло, привет. Алло. Алло. Да.